Ну, собственно говоря, практически всех своих целей я добился. Значит, я благодарю вас за сегодняшний вечер, за то, что вы подарили мне своей жизни в размере 4 часов. Это очень большая награда для моих скромных талантов. Я это понимаю и ценю, дорогие друзья. Надеюсь, что мы с вами видимся не крайний раз. Ну, мне везло в жизни несколько раз. И в том числе я хочу одно из своих везений передать вам. Жизнь очень коротка и хрупка. И особенно те, кто чувствует, и чем больше кайф ты чувствуешь, тем большую цену ты можешь заплатить за это. Я искренне желаю вам терпения и оптимизма, и осторожности. Осторожности, потому что очень много вещей. Вот мне сейчас, я 50 лет, начал жизнь по-новому. Мне кажется, что очень много замечательных вещей есть, которых у меня не было, а сейчас они появились. Вот принесли одну из этих вещей сейчас. Да. Вот, Ивана Шишкина. Русский богатырь. Да. Андрюш, сейчас пушистый будет. Печали выше, голубая крыша, небо так близко, гор, выжженный пергамент, где-то под ногами птиц облака, я пролечу над ними, склон меня обнимет, в снежных брызг огнея, словно брызги эти, невесомы светел, над землей лечу. Ты увези, подъемник, нас от нужных дел и нужных фраз, от мудрецов и дураков, туда, где дышится легко, туда, где небо и полет. Чего нам так недостает? Чего нам так недостает? Чего нам так недостает? И света, и ветров, и снега, светлый синевый мир, свой незнакомый, чистый, невесомый, солнце склон, и вы, я пролечу над ними, склон меня обнимет. Скорнея, словно брызги эти, невесомый светел, над землей лечу. Ты увези, подъемник, нас от нужных дел и нужных фраз, от мудрецов и дураков, туда, где дышится легко. Чего нам так
не достает, чего нам так не достает, чего нам.